старший сеньор в Казахстане. Это странное на первый взгляд словосочетание давно и широко известно казахстанским предпринимателям. Это специальная программа, разработанная в рамках инструмента «Деловые связи» по программе поддержки развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020». Позитивный опыт общения со старшими сеньорами есть уже у многих предприятий. В этот небольшой мебельный цех пригласили технолога по деревообработке из Германии. Узнали мы от наших знакомых, которые участвовали в этой программе по Акмолинской области. Мы решили попробовать по Астане. Заявку взяли на сайте фонда «Дому», заполнили, и на удивление через 2 недели нам пришел ответ, то, что нашу заявку рассмотрели и подтвердили. На 2 вечера уже после работы я его просил. Он с удовольствием оставался, без переводчика. Просто мы так, слова не нужны, когда работаешь руками. Тем более он знает, о чем я говорю или показываю. И я в то же время понимаю, что он хочет сказать. Даже там говорить не обязательно было. Вот, в общем, поработали 2 вечера, сделали там небольшой столик. Ну так, то, что можно было сделать за 2 вечера. Ну, в общем, он был доволен. Конечно, мы хотели увидеть специалиста с Европы, все-таки с мировым брендом, и понять, на уровне мы или нет, к чему нам вообще стремиться. В принципе, мы получили ответы, он похвалил, и нам тоже понравилось общение с ним. Мы до сих пор с ним поддерживаем связь, потому что еще не все вопросы закрыты, и еще техника подбирается. Оплата расходов на поиск, привлечение иностранного эксперта, непосредственно его прибытие в Казахстан, все это берет на себя государство в дальнейшем. Именно проживание, суточные расходы, питание, это уже ложится на плечи самого предпринимателя. Транспортные расходы внутри вот, непосредственно города, посещение предприятия, это закрепляется уже непосредственно за самим предпринимателем. Сегодня в программе может принять участие любой предприниматель. Для этого лишь необходимо подать заявку в любом региональном филиале Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Заполнить ее, указать род деятельности и задачи, которые ставит перед собой бизнесмен. Гостиничный комплекс Red Village – один из партнеров программы. Начинающие бизнесмены решили попробовать внедрить в свою работу некоторые аспекты современного европейского менеджмента и пригласили помочь в этом специалиста из Германии. Я Кай Убедуллер из Лейпцига, Германия. Я начал свою карьеру в частном ресторанном бизнесе в возрасте 6 лет. У нас тесная связь с бывшими странами Советского Союза, как Казахстан. Непосредственно о самом предприятии, он уже провел ряд, дал уже ряд заключений, отзывов о том, какие необходимые меры привести для улучшения менеджмента, сервиса компании. Прежде всего, Уви Доллер сделал небольшую перестановку в холле гостиницы, изменил расстановку мебели в зале ресторана, подготовил летнюю террасу к торжественному открытию. Диван очень мягкий, на нем можно очень удобно расположиться и отдохнуть. Так что мы решили внести его во внутреннюю лаунж-зону ресторана. Эти 4 стула, они раньше были в саду, но этим утром мы все поменяли и внесли их сюда. Человеческие качества мистера Кая произошли всех наших ожиданий. То есть мы там ожидали грозного человека, который придет, да, и очень сильно готовились. Хотя мистер Кай, как вместе с нами, вместе со всем персоналом, он с нами вместе и завтракал, и с нами вместе и кушал, и помогал, и как бы очень много профессиональных советов он нам дал. Эта программа очень полезна и как сеньорам, так и участникам, которых консультируют и обучают сеньорам. Знаете, человек взрослеет, но никогда не теряет интерес к новому, новым вещам и развитию. Если ты однажды стал инициатором и предпринимателем, ты будешь им всегда.